Эй, эй, эй! Добро пожаловать на канал Люцейка. Меня зовут Богдан и представляю вашему вниманию Тайвори. Да, ребята, это музыкальный исполнитель, наиболее известный своей песней застрял посередине. Песня стала вирусным хитом на ТикТок, где ее использовали в многочисленных видео, и сейчас на Ютубе. Эта музыка, эта песня набрала 6 миллионов просмотров. Смотрите, он здесь даже с гитарой плавает и играет одновременно. Вот такой крутой чувак. И обратите внимание на его прическу, на его шевелюру. Это очень важно, потому что скоро я вам покажу бесплатную вещь в Роблоксе, связанную с этой прической. Он, конечно, собирает многочисленных поклонников на своих музыкальных выступлениях. И вот он пришел в Роблокс, чтобы сделать коллаборацию, чтобы сделать концерт, чтобы выпустить игру. И чтобы мы там смотрели его выступление и, соответственно, покупали его музыкальные диски, его песни слушали и увлекались его творчеством. Так вот, ребята, какие же возможные бесплатные вещи будут связаны с этим ивентиком? Как всегда, я зашел на свою любимую игру, и вот эта игра. Посмотрите, кстати, вот этот скинчик сейчас можно получить совершенно бесплатно, ребята. Переходите по ссылочке на это видео и получайте вот этот крутой скин совершенно бесплатно. И вот смотрите, вот эти вещи, которые связаны с этим музыкальным исполнителем. Ну, кроме вот этих кубков. Эти кубки сейчас будет происходить конференция разработчиков Roblox. И эти кубки будут вручаться именно им. А вот посмотрите, первая, первая вещь это же прическа, прическа этого музыканта, этого певца. И дальше, что дальше? Это какое-то солнышко. Но, наверное, какое-то необычное солнышко как-то с ним связано. Оно немножко похоже на мягкую подушку, вот это солнышко. Возможно, он спит на этой подушке у себя дома. А следующая вещичка привлекла мое внимание, потому что это шлем. То ли велосипедный, то ли для мотоцикла шлем. Но что здесь интересно, это дырки. Дырки в этом шлеме как будто прострелили его из пистолета или из автомата. А вообще, он похож этот шлем на друшлах для вермишели. Потому что весь в дырках. А следующая кепка тоже вызвала мой интерес. Потому что, ну посмотрите, почему эта кепка без верха, как будто ножиком ее покромсали и удалили верхушку, и получился блайзер. Но посмотрите, если одеть его, то от солнца он же не будет защищать, солнце будет нагревать голову. То есть этот козырек защищает только глаза от солнечных лучей. И соответственно от солнечных лучей защищает вот такие очечки. Маленькие, стильненькие авиаторы. Мне нравятся такие очки. Мне кажется, вот эта вещь мне больше всего подойдет, если она, конечно же, будет бесплатная. А следующие кубки, золотые кубки, это, как я уже сказал, сейчас будет конференция разработчиков. И вот эти четыре золотых кубка будут именно для них. Тут они разные. И что привлекло мое внимание, это вот такая золотая божья коровка. Да, интересная Какому разработчику дадут эту Божью коровку с этим золотым кубком? Ну а я вам скажу по секрету, какой-то этот музыкальный исполнитель бедненький, потому что смотрите, всего 5 вот этих Roblox утечек, этих возможных бесплатных вещей. Ну, скорее всего, мы получим одну, максимум две вещички в этот новый Roblox Event. И если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал Люцейка. С вами был Богдан. Всем пока-пока!